Рамочный договор, он опускает определенные детали. То есть он в общих чертах описывает сделку. И в частности, вот, например, делимитация границы, там, где территориально сейчас споры между Арменией и Азербайджаном, это можно опустить, так сказать, что восстанавливаются границы по административным границам, допустим, времен СССР, и на этом, так сказать, заканчивается. А потом граница будет уточнена в соответствии, так сказать, с документами, которые будут рассмотрены. Вот примерно так. Транзит там через Зангезур, вот, тоже описывается, что, да, Армения предоставит возможность свободного передвижения грузов, а, так сказать, собственно, механизм, он уже будет прописан в дополнительных соглашениях. Статус Нагорного Карабаха, я не знаю, согласится Азербайджан его включать или нет, но, насколько я понимаю, президент Путин предложил отложенный статус, то есть отложить решение карабахского вопроса на неопределенный срок. Вот. Это тоже может быть, так сказать, включено в рамочный договор, что стороны исходят из того, что карабахский вопрос будет заморожен до выработки сторонами соответствующего, так сказать, соглашения. Стороны прекращают боевые действия, стороны обязуются установить границу в соответствии, так сказать, с административными границами времен СССР. Значит, статус Нагорного Карабаха при этом остается отложенным. Ну, там, допустим, Азербайджан обязается соблюдать там права и обеспечить армян Нагорного Карабаха и обеспечить, так сказать, транзит по Лачинскому коридору. Армения, в свою очередь, обещает обеспечить транзит по Зангезурскому коридору. Вот. Стороны обязуются не применять силу или угрозу силы. Ну, там много чего можно писать. Вот примерно в таком варианте. А конкретные детали уже, где пройдет граница, какой механизм работы Зангезурского коридора, какой статус Нагорного Карабаха, это все как бы откладывается на будущее.